нетворкинг расширяет границы. Woman Networking, проект, созданный Юлией Грицук, расскажет, как с помощью полезных знакомств осуществить свою мечту. Что для вас баланс? Баланс – это гармония, это понимание того, в чем ты присутствуешь в данную секунду и в чем и что будет с твоей жизнью через год, через 5 лет. For me, the key to the balance between life and career is that everything I do, I do it with love. If I don't love it, I don't compromise. I don't do it. So I don't have a separation between my private life and my А баланс что для вас? Это залог успешной жизни. Это золотая середина. Это то, мне кажется, в поиске чего находятся все люди всю жизнь. Как ощущения? Вы пообщались со всеми, мне кажется. Далеко не со всеми я еще пообщалась. Мне хочется бежать, продолжить общение. На самом деле, именно так я себе все и представляла. Это тот момент, когда ожидания превосходят реальность. Как проходила подготовка? Нет, наоборот. Реальность превосходит ожидания. Получилось круче, чем мы планировали. Как эмоции? Как вас встретила публика? Реакция была наитеплейшая, наипрекраснейшие, наикрасивейшие девушки на нас смотрели, аплодировали нам, улыбались, танцевали с нами. Расскажите, как вам сегодняшний вечер? Ой, на мой взгляд, очень все замечательно прошло. Самое главное, что очень много девчат вдохновились вот этой энергией, которая сегодня здесь царила. Ну, нетворкинг, наверное, это в большей степени возможность общения, обмена опытом, получения каких-то новых возможностей коммуникации. Особенно там сегодня прекрасно, что это внутри женского коллектива. Это, мне кажется, особенно ценно. Вот расскажите, что для вас нетворкинг? Для меня это, ну, на самом деле, это новое... Такое новое дело в нашем мире, но объединяющее в первую очередь. А если этим вечером вы были с нами, значит, вы уже сделали шаг к осуществлению своей мечты. Ну а все средства, полученные от продажи билетов, пойдут в благотворительный фонд. Спешите делать добро.